Нефтегазовый университет тоже пришли инновации. Совместно с Газпромбанком ВУЗ разработал кампусный проект. То есть это способ бесконтактных платежей. Владельцами инновационных карт стали первокурсники и преподаватели университета. Теперь обычная банковская карта – это еще и пропуск внутри системы ВУЗа, студенческий читательский билет, способ доступа в электронную библиотеку и средства оплаты в общественном транспорте. Проект разрабатывали 10 месяцев, но и сейчас создатели готовы продолжать работу над ним. И мы очень хотим совместно со студентами создать такую, ну скажем так, аудиторию, рабочую группу, в которой мы бы могли получать обратную реакцию от студентов. И самые идеи, которые студенты будут нам предлагать, там самые передовые, воплощать их в жизнь. Также карта работает во всемирной системе ISIC и гарантирует и льготы, и скидки за рубежом. В прошлом году студенты изучали технологию. Благодаря их положительным отзывам проект заработал в штатном режиме.